Чух-ч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 ух. Мы с Сатошей снова новогоднего поезда. Сегодня пасмурный, конечно, день, но мы решили показать все прелести этого создания днем. Вот такие игрушки, вот такие подарки. Вот такой Татоша опять исследует поезд. Вот наша матрешечка. Матрешечка улыбается нам. А где-то не видно Снегурочки. Наверное, Дед Мороз едет за Снегурочкой сначала. А потом уже будет дарить эти все прекрасные подарки детям. Как искрится этот праздничный рождественский поезд? Мы вам уже показывали ночью. А вот теперь решили показать, что он и днем ездит. Сюда приходят семьями, фотографируются, любуются всеми этими. Всеми этими. Вот такими вот. Вот Дед Мороз какой огромный. Вот какой Дед Мороз огромный. Вот какие колеса. Вот мы прямо проскочили перед поездом, проскочили перед идущим. Сейчас мы возьмем его крупным планом и дальше пойдем гулять с Сатошей. Дальше. Татоша! Татоша. Ну, Татоша вот прямо в камеру лезет. Все, дедушка, пока, до встречи в новом году. А то твой верный пес меня, наверное, порвет сегодня. Порвет. Порвет. Да так мы, похоже, новый поводок осваиваем. Ну ладно. Пока, Дед Мороз. Пока. Татоша дурит у нас. Почему-то постоянно на этом месте. А еще тут Дед Мороз его приветствует. Его шалость. Поэтому папа решил заснять еще немножко, как мы сегодня новый 10-метровый поводок. Крещение ему проводим боевое. Вот так вот. Вот так вот. Ну, сейчас за кадром, конечно, будут проведены воспитательные работы. Но пока это нам позволяет сделать полную картинку поезда. Отходим, отходим. И Татоша там. И Татоша тоже. Такой вот эпилог. Все, Татоша, подурил? Пойдем гулять? Пойдем гулять, Татоша.